то это у нас, она не молодая кошка, раз, она истощена, два. У нее язвы во рту, это может быть вирус, это может быть почечная недостаточность. Почки отказывают. Почки у нас одна уменьшена в размерах явно, вторая наоборот увеличена. То есть есть синдром большая-малая почка. Это говорит о том, что одна работает, а вторая нет. Наша задача проверить ее почки. Проблема в том, что она очень сухая и, возможно,